Всем привет, друзья, с вами Варчик. В этом видео поговорим про Ренегат. Взял я на нем три отметки, значит можно рассказать, что это за танчик. Этот танк можно было получить бесплатно, пройдя марафон. Обычно за марафоны прем-танки были, мягко говоря, просто обычные. Ни рыба, ни мясо. Они пытались как-то удивлять, но они не были сверхсильными. Но последние два марафона выбились из этой тенденции. Ренегат и Бураск получились намного сильнее, чем обычно. И это сейчас, наверное, лидеры на 8 уровне среди прем-танков по показателям хороших результатов. Про Бураска мы поговорим, когда возьмем на нем 3 отметки. А сейчас будем говорить про Ренегата. Для начала скажу, что 3 отметки на нем было взять крайне легко. Да, конечно, он у меня был на полностью боновом оборудовании. Я специально ждал, когда выдадут награду за ранговые бои, чтобы оттуда вставить фиолетовые модули в Ренегата. Набор модулей был следующий: досылатель, стабилизатор, вентиляция, большая ремка, большая аптечка, доп. Паёк и инструкция на досылатель. Каких-то проблем с поломкой модулей критических нету. Да, иногда там в НЛД боеукладка вываливается. Если сильно часто жопу подставлять, тоже можно загореться. Но в целом, если НЛД не подставлять, а прятать за холмами, жопу никуда не выставлять, у танка крайне редко что-то ломается. Прям явных проблем с этим нет. А в чем же есть проблемы? Проблемы действительно есть здесь только в одном. В том, что танк не прощает ошибки. Он не будет сам по себе за вас танковать. Чтобы не получать урон, не получайте вражеские выстрелы себе на грудь. Можно слегка попробовать потанковать бортиком, но броня там рандомная, скачет как попало. В переднем катке, да и вдоль борта, броня скачет туда-сюда в два раза. В одном месте сильно тоненькая, в другом месте сильно толстая. Иногда вы будете танковать невероятные ракеты термоядерные, а иногда какой-то пупсик приедет с водяного пестика пиу-пиу и пробьет. В целом брони особо нет. НЛД пробивается легко, лючок пробивается легко. Лоб башни довольно-таки крепкий и можно танковать, но кто в него будет стрелять? Борт тоже нормально танкует. Но в целом лучше не пытаться вообще танковать, а играть как танк поддержки. Насколько бы броня не была слабой, но играя в топе, даже лючок вражеским шестеркам будет даваться с трудом, хоть он вроде как и ватный. Сейчас параметры танков настолько уже выкрутились из-за гонки вооружений, что ватный танк 8 уровня для шестерок довольно-таки бронированный. А вот для десяток это действительно картон. Так как же на нем играть? Нужно активно кататься по карте, смотреть, кто где подставился, использовать активные агрессивные имбовые позиции, если вокруг вас есть союзники, поскольку вы танк поддержки и должны нагибать и наказывать врагов, когда они ошиблись, подставились, отвлеклись или на перезарядке. Для этого у вас есть пушка с шикарным ДПМом, пробитием, точностью, нормальной стабилизацией и сведением. С вертушки, конечно, попадает так себе, но если сводиться и стараться как можно чаще сводиться до конца, пушка хорошая, точная, просто офигенная. По большому счету, за счет пушки этот танк мне больше всего и нравится. Потому что пушка очень дикая, ДПМная. Практически любой танк, который вы встретите в бою, вы перестреляете. Даже путем простого размена ХП. Какие-нибудь там ИСы, третий или тому подобный мусор, вы можете просто принимать от них выстрел и давать им в ответ 2. А если он продолжит с вами перестреливаться, да, вы потратите ХП, но вы его просто сожрете за счет ДПМа. И любой практически тяж 8 уровня, скорее всего, будет уступать вам в ДПМе, поскольку его там нету ни у кого. Также у нас еще большой обзор. И благодаря этим всем параметрам можно много фармить. Поэтому я сюда и поставил боновые модули, потому что после того, как я взял 3 отметки на этом танке, я планирую еще фармить серебро. Пробитие на ББ хорошее, обзор хороший,
Я буду много светить, стрелять по своему засвету, много пробивать, за счет ДПМа много дамажить. Пробовал я на нем фармить, и в рандоме он вывозит очень много и очень часто и стабильно. Фармить получается намного быстрее, чем в линии фронта. Но для самой линии фронта этот танк не подходит. Там подходят более быстрые и маневренные танки. Этот же танк целиком и полностью подходит для соло игры в рандоме, для того, чтобы делать невероятно большие результаты. Когда я брал на нем 3 отметки, у меня средний урон был 3700. Планка на нем же суммарки 3400. Танк невероятно сильный и имбовый, если уметь хорошо играть в эту игру. С вами был Варчик, играть красиво, всем пока. Screen.